Всем привет, друзья, с вами Лучший Китай ВК. Сегодня у нас две посылочки маленьких. Итак, давайте начнем. Берем наш чудо-скальпель и будем сейчас распаковывать. Значит, это у нас посылочка дошла почтой Малайзии. Дошла, я не знаю за сколько, оценена $1, 200 грамм. Дошла, значит, за 15 дней. И написано здесь, вот я не пойму, что написано мелким очень шрифтом, но не суть. Давайте откроем и посмотрим. Так, так, так. Ага, все, понял, отлично. Друзья, это вот такая вот штучка. Сейчас я вам все покажу. Давайте приближу. Это у нас насадочка на кран. Есть у нас вот такая вот прокладка и есть у нас вот такая вот сама насадка. То есть накручиваете ее на кран, и у вас идет отсюда водичка. Вот здесь такие дырочки, и от температуры воды у вас меняются цвета. То есть, допустим, у вас напор будет горячей воды, здесь будет один цвет. Ну и, собственно, разными цветами. Там синий, какой там зеленый, красный, ну и так далее. Это все будет в полном обзоре. Проверим, как она работает. Возможно, даже в конце этого видео. И вторая посылочка, друзья, тоже дошла почтой Малайзии за 21 день. Здесь написано Smoke Magic. То есть это очень-очень классная вещь. Сейчас вы все оцените и увидите. Поехали. Значит, есть у нас вот таких вот. Раз, два, три, четыре и пять. Пять штук. И здесь еще вот есть. Шесть, семь. Сколько заказывал, я, честно говоря, не помню. Но эта штука реально работает. Значит, вот сама инструкция. Можно из пальцев пускать дым. Как это работает, мы сейчас, конечно же, увидим. Но сначала проверим саму насадку. Поехали. Друзья, значит, вот такой вот у меня гусак. И здесь вот такая вот штука, которую нужно открутить. Гусак я снял с помощью вот этого ключа для удобства накручивания, потому что мне не сильно было удобно. Зажал плоскогубцами и открутил вот такую вот шнягу. И теперь ставим вместо нее наш разноцветный. Вот этот вот прикол. Все идеально подходит. Как видим, да? Закручиваем до конца. Все. Ничего у нас не прокручивается. Ну что, друзья, все у нас произошло отлично. Только рекомендую вот эту штуку до конца не закручивать, потому что вода не будет поступать. Немножко ее открутите и регулируйте, собственно, напор. Ну что, поехали. Как видим, светится разными цветами. Неплохо. Мне очень нравится. И давайте теперь потушим свет и посмотрим, как это все выглядит в темноте. Ну что могу сказать, все произошло отлично. И переходим к следующему тесту. Поехали. Друзья, для фокуса нам понадобится монета, зажигалка, ножик, либо скальпель в моем случае. Значит, берем примерно вот так вот, прилаживаем монету и вырезаем квадратик. И вот эту штуку переворачиваем белой стороной. Берем нашу зажигалку. Она начинает гореть.
Вообще нужно хорошо подпаливать, чтобы она сразу же сгорела. У меня этого не получилось, так как здесь вот эта вот пепельница, она вся мокрая, я ее только что помыл. Берете вот эту вот монету, видим, да, на ней вот такая вот фигня. Берем на пальцы. Ну и собственно вытираем вот так вот. И смотрите, о чудо! Это магия. У меня с пальцев идет дым. Класс. И монета тоже, смотрите, дымится. О да, это магия. Офигеть. Просто офигеть. Вот такой вот, друзья, прикол. Так что можно всех разыгрывать и смотреть на их реакцию. Ну а это, друзья, это просто инструкция на китайском языке. Ну а здесь картинки. Вот так вот. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и вступайте в группу ВКонтакте. Всем приятного вечера, всем пока. Лучший Китай ВК. Канал посвящен распаковкам сайта AliExpress, куче смартфонов, летсплеи на PS3, обзоры пневматики, краш-тесты, обзоры электроники, одежда и многое другое. Подписывайся, ссылка в описании.